I'm surprised how good they are. They understand the game. Fitness and is a problem, and some concentration and playing under pressure are three things that we are working towards improving. Вполне хорошие шансы, потому что у нас перспективная сборная, нам есть что показывать, нам нечего терять, поэтому такие команды всегда опасны, нам нечего терять. Подтягивать все наши моменты в защите, в атаке, в стратегии игры в поле, поэтому работы много, и я думаю, у нас все получится. Россия! Давай, трусцой, погнали туда. Замена. Трусцой на...